необходимы в отношении к ближним нашим. Господь предложил нам такие условия касательно ближних, которые не представляют ничего трудного. Во всем, как хотите, говорит он, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Матфея 7 глава 12 стих. Видишь ли, что он не предписал ничего чуждого, но то же, что и прежде требовал закон естественный. Как ты хочешь, говорит Господь, чтобы поступали с тобой ближние, так и сам поступай. Хочешь, чтобы хвалили тебя, хвали сам. Хочешь, чтобы у тебя не похищали, не похищай сам. Хочешь быть в чести, почитай других сам. Хочешь получить милость, оказывай милосердие сам. Хочешь быть любимым, люби сам. Хочешь не слышать о себе худого, не говори ничего такого сам. И заметь, какая точность в выражениях. Он не сказал во всем, как не хотите, чтобы с вами поступали, но как хотите. Так как в добродетели, к добродетели ведут два пути, из которых один состоит в удалении от пороков, а другой в совершении добродетели, то Господь предлагает последний. Первый путь он открыл, когда сказал, что ненавистно тебе самому, того не делай никому. Тавита, 4 глава, 15 стих. Что ненавистно тебе самому, того не делай никому. А последний Господь ясно указал, сказав, во всем, как хотите, чтоб с вами поступали, так поступайте и вы с ними. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали, так поступайте и вы с ними. Есть и другое условие. Какое же? Любить ближнего, как самого себя. Матфея 22 глава 39 стих. Что же может быть легче этого? Ненавидеть тяжело и сопряжено с беспокойством, а любовь легка и удобна. Подлинно, если бы Господь сказал, вы, люди, любите зверей, такая заповедь была бы трудна. Но когда он заповедовал людям любить людей же, к чему и однородность, и единство происхождения, и естественное влечение служат великим побуждением, то какая может быть здесь трудность? Это бывает и у львов, и у волков, и их сродство природы располагает к взаимной приязни. Посему, какое мы можем иметь оправдание, если не станем привлекать к себе любовью однородных с нами человеков? Так как укрощаем львов и уприучаем их к своему дому, беседы на 4-й псалом. Господу слава во веки веков. Аминь.